Авария с участием пассажирского автобуса. Сегодня ближе к вечеру автомобиль марки Opel Vectra врезался в пассажирский автобус ПАЗ, следующий по маршруту номер 33. ЧП произошло на улице Деповской, неподалеку от железнодорожного переезда. В ДТП пострадала пассажирка автобуса. Водитель ПАЗа отметил, что он ехал по главной дороге, соблюдая правила дорожного движения. Ехал прямо. Я даже не видел этого водителя. Он ехал из-под моста. Не ехал, летел. Просто с бешеной скоростью. И все, и потом удар, меня аж вот стащило здесь, у меня пассажир там упал, вот пассажирка лежит, сидит в этом. И все, вот удар весь такой, стоим. Я у него спрашиваю, говорю, ты куда летел? Он ничего не может ответить.